По правую руку от нас аэропорт Шереметьево. Мы сейчас только что приехали сюда. Привезли пассажира не по Яндексу, не по заказу. Соответственно, в очередь мы встать не можем. Вот. Но у нас помимо того, что мы в очередь встать не можем, что мы без заказа Яндекса приехали, у нас еще фотоконтроль автомобиля, контроль личности надо пройти. Ну, личности ладно, а как фотоконтроль автомобиля, там у нас на капоте обстреляли нас птицы опять, видимо, к деньгам. Поэтому сейчас надо заскочить здесь на Ленинградке, наверное, по-быстрому на роботомойку. И оттуда пройти фотоконтроль, и мы выходим. Куда? Правильно, на линию. Пока еду до роботомоечки, значит, что у нас, какие новости? Повысили тарифы, да? Я так понимаю, до бизнеса. Свыше бизнеса ничего не повысили. Сейчас зашел, посмотрел. 799 минималка как была, так и осталась по тарифу премьер. А вот по тарифу бизнес у нас получается с 399 минималка выросла до 419 и что-то там вместо 20-22 рублей минут километр теперь 23 рубля. Вот, ну, конечно, это незначительно абсолютно, вот, но в любом случае приятно, что-то растет, а не падает. Так, робот-мойка, что у нас там сейчас с ценами-то вообще? Ежедневная, с легким обдувом. Ну что, нормально, 350, это неплохо. А я еще и за бонусы заправился. Тьфу, заправился, помылся. Теперь нам осталось вот здесь вот пролезть, в эту узкую щель. После маленького вица, кто знает, тот знает, кто не знает, тот не знает. Гнал я машину с Дальнего Востока, с Владивостока, маленькую. После нее на семерку сел, немножечко непривычненько. Но мы-то профессионалы. Ну все, все фотоконтроли пройдены. Сейчас мы сбрасываем нашу информацию по движению. Компьютер поездки. Мы его сейчас сбросим. Окей. Все, у нас все по нулям. Мы на линии, ждем первый заказ. Больше часа, 41 минуту пишет, но я машину глушил, на заправку ходил, потом просто в заглушенный сидел, на улице тепло. В общем, одним словом, больше часа я ждал первый заказ, подаемся. В Москве вот такая шикарная погода. 20, почти 1 минута вместо 15 обещанных. 1801 рубль. Краун Плаза, или как он теперь называется, какой-то там Гарден. Бесплатное время у нас там, по-моему, 15 минут. Мы стоять там не будем, конечно. Поедем вокруг Сити, прокатимся. Может, еще не так поздно. Еще может какой-нибудь порт шлепнуться. Не зря я мимо Сити решил прокатиться. Прилетел нам заказик, подаемся. Забираем из новотеля Москва-Сити. Минут в пути, а обещал 36. Немножечко мы подзадержались где-то в пути. Заказ вышел на 3993 рубля. Короче, 4 рубля. За минусом комиссии 25%, четверть по тарифу премьер. С этого заказа нам упадет чистыми 3 рубля. Кстати говоря, 12 октября, сегодня уже 15, а 12 октября исполнилось 6 лет, как я в этом котле варюсь. Так что можно меня с этим поздравить, ну или посочувствовать, не знаю. Но меня пока все устраивает. Эти блогеры, 40 минут в пути, 3030 рублей в цепочку нам падало. Падало нам немножко в цепочку, и оно нас ждет, видимо, едем. 14 минут, почти 15, завершаем поездку. Она вышла на 1589 рублей. Давайте посмотрим, что у нас там за 4 поездки. Так, не обновляется. Ну, давайте пока здесь посмотрим. Значит, 123 километра.
И 4,5 часа. Касса у нас за 4 поездки 7,887 и 48 копеек. Почти час езды, 3,971. И это вот такая вот поездка интересная получилась. Мы должны были доехать за, по-моему, 35 минут до московского Лаптева 4. Оказалось, что мы когда туда подъехали, это не московский Лаптево 4, а это деревня Лаптево. Деревня Лаптево у нас, вот она была. Значит, что у нас? Жирные, так сказать, грядки здесь, калушка, все дела. И что мы видим? Тариф премьер у нас в этой геозоне не работает. Бизнес, пожалуйста, можно подрубить и попробовать поймать. Поэтому, так как мы здесь ничего сейчас не ловим, соответственно, можно сказать, что мы не на линии. Срочно отсюда выскакиваем. И тут же нам прилетает заказик с подачей 8 километров 12 минут. Что хочется сказать? Хочется сказать, что этот заказик у нас с платной подачей. По-моему, 547 рублей. Я успел как-то мельком глаза увидеть. Ну, что-то такое. Ну, за 547 рублей можно подаваться 12 минут, я считаю. Лучше, чем бесплатно. Загородные грядки. Теперь самое главное здесь где-нибудь приткнуться, чтобы дождаться любимого пассажира. Ну, вот только вот так. 38 минут, если можно так сказать. 3162, и нам в цепочку падал заказ с подачи 1,5 километра 4 минуты. Поехали. 14 минут в пути, 1463 рубля. И, наверное, я на этом буду заканчивать. Потому что план я свой перевыполнил. 7 заказов, 14 тысяч рублей. Даже больше. И 228 километров. Ну, какая интересная цифра, да? Кто понял, тот понял. За 7 часов. Что-то я на сегодня уже, наверное, хватит. Вот. Сейчас я загляну, посмотрю комментарии под прошлым видосом. Если там какие-то вопросы есть, сейчас ответим. Рекламная пауза, ну что такое, ну? Друзья мои, если вы в поисках надежного парка для работы, то я вам порекомендую Эксперт Парк. Это крупнейший парк, сертифицированный партнер Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка. И теперь они еще начали сотрудничать с Яндекс.Едой. С 1 сентября вступил в силу новый закон о такси, к которому нужно адаптироваться. Поэтому Эксперт Парк готовит программу сопровождения водителей, а поддержка проконсультирует вас о необходимой документации. Ну а я, в свою очередь, постараюсь держать вас в курсе и рассказывать о всех изменениях в работе. От себя хочу добавить, что ребят знаю лично, ребята постоянно пытаются что-то улучшить. У них комиссия составляет всего лишь 50 рублей в сутки, бесплатные ежедневные выплаты, а также 4 вида моменталок. За приведенного друга дают бонус 1000 рублей. Можно заказать термокороб. В любой уголок России доставка бесплатна. Самое главное, моя любимая, это 4 вида моменталок. Поэтому ссылочки я оставляю в описании. Выбираем проверенного надежного партнера. Так, значит, в прошлом ролике, значит, 12 минут 25 секунд. А почему у него проезд платный был, там же 20 минут в Сити, теперь можно... Короче говоря, почему я оплатил, почему пассажир, точнее, оплатил выезд? Потому что я сначала приехал туда с заказом, высадил пассажира, потом доехал до пассажира, отметился на месте и потом еще ждал пассажира. Вот, поэтому я выскочил за 20 минут бесплатного времени за один заезд. Мимо нас в Тюмени не проезжали? Проезжали, в Тюмени были, в Тюмени ели, как раз в ресторане, забыл, как называется. В общем, всякую дичь, лосятину, кабанятину, медвежатину и косулятину. Привет, я хочу работать, как работать без навигации в центре? Вот тут уже ответили ребята. Учить улицы и знать, как они выглядят вживую, чтобы знать, по какой улице ты едешь. Ну да, тут либо... Да не либо, самое, наверное, верное это... Нифига себе, нас там Lexus решил пропустить или не решил пропустить, я не понял. Знать город, да.
лучше визуально, когда ты визуально знаешь и понимаешь, это, естественно, упрощает все на свете. Ну вот, в общем, такой получился ролик. Лайки, дизлайки. Лучше лайки, конечно. Вообще не поленитесь, поддержите лайкосиком. Вы как-то меня лайкосиком поддерживаете, YouTube сразу мои ролики начинает видеть, сразу их запихивает в рекомендованные. А там нет-нет, кто-то раз посмотрел и обрадовался, что еще есть кого посмотреть. А то народ поразбежался куда-то, все таксоблогеры куда-то в Америку свалили. Вот, говорят, что самое главное, с чего все началось, товарищ Тимушев тоже где-то за бугром. Не знаю, правда, неправда, последний ролик вышел у нее месяц назад, а до этого предпоследний ролик вышел аж 3 месяца назад, поэтому куда-то он явно потерялся. Вот, люди, наверное, хотят смотреть, а не знают, кого смотреть, а вот вы лайкосиком поддержите, и все, ютубчик им порекомендует. Так что не поленитесь, сделайте, мне очень приятно. Вот, ну все, до скорой встречи.